После окончания Ейского высшего военного авиационного училища он сообщил отцу о решении стать летчиком. Ты можешь быть кем угодно – моряком, дворником, летчиком, такелажником, но ты должен быть лучшим, – последовал ответ. И он последовал наставлению отца. В средней школе поселка Мараягы торжественно открыли парту героя, посвященная Герою России Канамату Баташеву, погибшему в ходе СВО, прикрывая с неба отход групп российских военнослужащих, попавших в окружение противника. Подробнее Мадина Каракетова. В первую очередь, наверное, ответственность. Ну, именно я сажусь первой за парту героя Баташева Канамата Хусеевича. И в этот момент, конечно же, также гордость за то, что такие герои живут вместе с нами, и мы растем среди них. Нет, ученик школы, удостоенный чести первым сесть за парту героя, не оговорился, потому что герои не умирают. Они бессмертны, покуда увековечили свои имена поступками. Так и Канамат Баташев, летчик-испытатель, который, зная о наличии ПВО, ценой собственной жизни прикрыл с неба отход попавших в окружение противника российских военнослужащих. Парту, посвященную этому герою, открывали торжественно, как и полагается, когда речь идет о человеке такого ранга. Гимн страны, на верность которой присягал Канамат Баташев, и гимн его малой родины Карачаево-Черкесии, где он родился, был воспитан и в которой провожали его в последний путь, исполненный вживую, вынос флага России. Дети знают всю биографию Канамата Баташева, его послужной список и, конечно же, подробности его подвига. Среди приглашенных и родной брат Канамата Баташева Марат Баташев. Его такое внимание к личности героически погибшего брата со стороны подрастающих поколений и их педагогов растрогало, и он обратился к ним с ответной речью. Канамат сразу не родился героем. И до Канамата были герои, и после Канамата будут герои. Этому способствует школа. Школа учит к подвигам. Вы тоже должны, кто какую профессию выбрал, заниматься настоящим образом. И запомните, герой не тот, который спрыгнул со скалы или с моста, сломал себе кости, потом овощи. Герой тот, за кем народ, кто его чтит, его подвиги. Старшему брату Канамата Баташева Марату Баташеву и лучшему ученику школы, юноармейцу и активисту Аслану Барлакову предоставили право торжественно перерезать алую ленту, ознаменовав этим событием то, что отныне в средней школе Мараягы есть своя парта героя. И право первым сесть за нее предоставили Аслану Барлакову. Такова традиция, за этой партой отныне будет сидеть самый преуспевающий в учебе и примерный в поведении ученик поселковой школы. Акция «Парта героя» состоялась в рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Это знаковое событие в каждой школе, в нашей особенно, ведь мы открываем «Парту героя» своему земляку Канамату Баташеву. Это герой, это пример мужества, и на этом примере мы будем воспитывать патриотизм у своих детей. В рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы дети под руководством педагогов организовали и подготовили тематическую выставку. Кроме того, дети посещают лекции по заданной тематике, музеи, проводят внеклассные часы, посвященные героям страны. Мадина Каракетова, Либо Астанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.